Доброго дня, ми з України. Так, новий день, нової неділі. Перше, насчет міфів, да? Город закривати ми не будемо на 23-24 число. Прошу всіх максимально аккуратно относиться к этой ситуации, потому что русские оккупанты угрожают тем, что будут обстреливать пункты принятия решений и тому подобное. Также готовлю распоряжение о том, что рекомендую всем дистанционно работать в эти дни, но при этом город не закрываем, просто прошу, мы не проводим никаких мероприятий, где массовое будет скопление людей, прошу от себя не собираться в большие коллективы, используйте это время для отдыха с умом. Второе, касаемо мифов, то, что там все наступают, это вот как в начале войны, все это дело раздувается для того, чтобы все боялись. Военные не видят перспективы скорого продвижения в сторону города Николаева врагом. Поэтому верьте в ЗСУ, они нас охраняют и берегут. Поэтому спокойно себе дальше живем и работаем на нашу победу. Что еще? Это касаемо результатов поездки. Я думаю, что в официальном каком-то релизе там. Ну, в принципе, все, работаем, мы на месте.